большая площадка, слева площадь Армандо Диаса, иконный памятник этому маршалу в Италии. И, естественно, детские площадки, которые особенно в выходные дни открыты. И какой часть у нас? Алессандро, да? Алессандро ди Наполи, он у нас неаполитанец, тут нормально пересек, видите, там сейчас только что мотороллер нашу дорогу, это все как у всех, да? И продолжая дальше, начинается парк публичный городской, одно из немногих городских легких публичных города, место, куда приходят, естественно, семьями, где также очень много детских площадок, и центральная фигура является вилла Коммунале.